Форвард. У нас на острие, как я уже сказал, Федор Смолов, наш капитан Сергей Игнашевич. Ну и я не представил раньше только тренера сборной Литвы, очень хорошо нам известного, у Федора Черных. Федор Черных — это капитан сборной Литвы, он играет за польский клуб Ягеллония. И еще один навес, и удар с разворота в 2008 году. Только он и вот Чеснаускис из этого состава были тогда в том матче. Штрафной, то вот здесь. Техника есть. Но наши обокрали. И Самедов на правом фланге. Может, идет в обыгрыш. Очень хорошо. Одного, второго. Удар. Атака не закончилась. Глушаков оставляет Тарасову. Тарасов. Это было осенью 2013 года. Помните, в Дубае мы играли с Южной Кореей. Рассказываю, пока идет повтор. Неплохой проход. Старший брат. Такой опытный футболист, а младший Эдвардс. Ну и вот удар. Даже в 4 года он был в Динамо, он играл в Локомотиве. Потом в Шотландию ехал, и там в Греции, в Баку, и вот в Тракае. Ну а у Эдгарса другая, вон Эдгарс вообще. В 7-й минуте навес. Выходит высокий Черняускас. Снов. Передачу на Смолова делает. Ну, Смолов. Вот момент для индивидуальных действий. Назад. Назад на Иванова. Пас подключает Камбарова. Камбаров навешивает. Слишком сильно получился пас через все поле на Смольникова. Смольников. Теперь его очередь. Смольников. Форманный финт. Самедов. Подача. И тоже здесь все снимают. До встречи. Ну, Глушаков. Неплохо. Но! И забивать. И гол. И гол. И положения вне игры нет. И Смолов при первом же матче забил. Получил травму, правда, сразу же. Смотрим повторы. Вот. И гол. И отмечаем, конечно, и как сыграли два наших вот опорника, так скажем, условно, которые сейчас составили дуэт в атаке. Наш ответ. Иванов. Пас на правый фланг. Держаков. Шанс. И удар, и гол. И гол, и с автором этого мяча становится Кержаков. А автором Александр Головин. Да. Идет пас на Кержакова. Кержаков, конечно, он, так сказать, ну, можно сказать, что это голевой пас. Тут, понимаете, мне сложно сказать, пытался ли для себя обработать этот мяч Кержаков. Так получилось. Или он так искусно. Давайте еще посмотрим. Могут быть разные мнения. Или он так сделал передачу. Давайте говорить, что сделал передачу. Носком можем раньше устать, чем соперник. Ну, так вот, все спланировано. И неплохой удар в противоборстве защитника. И очень красивых голов. Душакову и ударом. И даже вот тут он не очень, так сказать, умея вдвоем Федор Черных. И вот. Вот так заканчивается этот угловой. Так, что нам покажет? Мама, 55. Все ясно. В хорошем смысле даже и накаркал. Глушаков, тот самый, который так жалуется, что он не умеет играть головой, забивает уже за последнее время очень красивый второй мяч именно головой.